мы собираемся на фотосессию. Как вам атмосфера? Black Man! Три образа, один из них Black Man. Один не одевается. Лич тоже едет с нами на фотосессию, кстати. Привет, Ютуб! Сегодня мой уже полноценный, официальный 5-й рабочий день на новой работе. Интересный проект, я в него так вливаюсь. И каждый день я что-то новое изучаю. Ну, конечно, график у меня поменялся. Сейчас вот вечером стараюсь ходить в спортзал, да, когда успеваю. Все, прибыли на съемку. Вот такой вот у нас образ фотографом Анастасии. Ссылка будет в описании на телеграм-канал. Я рекомендую. Вторая фотосессия уже у нас. Мы с Настей для нее модели. Ко мне, вперед, вперед, вперед! Все, валим, валим, уже замерзли. Руки. О-о-о-о. Вот такой вид. Да. Так, первый этап съемки завершен. Видите, какой ты молодец, модель. Все, мы уже добрались до студии, личику переодели, мы тоже уже переоделись. Сейчас начинается фотосессия у нас в студии. Настя вот заканчивает последний наряд. И вот такие вот образы. Ой, ребятки, как я по вам соскучился, я давно с вами не общался. Сегодня у меня уже на работе был 8-й полноценный рабочий день. 31-е, 1-е, 2-е, 5-е, 6-е, 7-е, 8-е сегодня, февраля, и 7-е, 7 дней я отработал. Каждый день новое здание, новая миссия, вот сейчас у меня есть буквально часик, и я решил сделать... Маффин, да, на телефон называется. Короче, какой-то ПП-пирог из яблок, без муки. Разбавляем. И еще я заказал кроссовки на одном магазине онлайн, которые должны привезти завтра. А мне уже сообщение пришло, говорит, сейчас кроссовки приедут через полчаса. Ждем кроссовки, я вам тоже сделаю обзор. Эти кроссовки я хотел купить вот с первого дня, как я начал бегать. О май гад! Сегодня уже, по-моему, 800 какой-то там день бега. Вот такие вот у меня новости. И еще что-то интересное хотел вам рассказать. Зал. Зал пока не хожу, потому что не успеваю, не могу сосредоточиться. Еще вот, слышите, нос гундосит, приболел. Потому что планировал два дня назад утром сходить в зал. Просыпаюсь в горле. А, мы еще были на фотосессии, да. И мы были еще как раз на фотосессии. Вы уже посмотрели, по идее, вы должны были его увидеть. Вот. И там немножко мы простудились с Настей. Настя тоже больничный взял, дома сегодня сидит. И я... Вот тоже с работы пришел, сейчас поужинал, делаем пирог и иду монтировать ваш влог, может быть, даже вот этот самый, который на сегодня. Все, всем приятного просмотра, готовим вкусный пирог, если ему понравился, напишите комментарий. Конечно, и поставьте лайк этому видео. Так, смотрите, я взял планшет, сейчас на планшет пришлю этот видео на рецептчик, включу его и буду смотреть. Я знаю точно, нужно почистить яблоки и их перемолоть в блендере.
Вот, яблочки готовы, облётик такой. Сейчас мы их так вот замиксуем. А, не закрывается, будем отсыпать. Понизывать этот мисочка, в ней будем заливать наш раствор. Из этого места не хочется уходить. Все, блендер надеваем. Да, мельчим. Потом добавляем 2 яйца, разрыхлитель, кокосовое масло там оно более, но у нас кокосового масла нет. Мы можем добавить лимон. Да? Сливочного чуть-чуть добавить. Но это масло надо добавить. Ну, чтобы мягче было. Да. И, кстати, сейчас мои кроссовки уже приедут. Уже его курьер на этаже, он сказал, сейчас такого. Ну, не на этаже, заходил. Вот такой цвет классный. Заходил под дед, сказал, позвоним, чтобы были кроссовки. То есть и кроссовки, и готовим. И еще мы с Настей сериал смотрим «Гарибал». Кто не смотрел? Это уже 3 часа. Очень нудно, очень непонятно, но я люблю сериалы, когда я их уже досмотрел и знаю, чем закончится. Поэтому мы досматриваем. Но сериал такой себе. Тупой вообще, просто тупейший вообще, абсолютно тупейший. Друзья, доставили посылочку. Вот они, наши красавчики, даже вот так. Вот. Открываем. Ну, я уже честно скажу, что я анпакинг заснял. Вот так вот это не выглядят, кроссовочки. Красненькие. 830 дней. 830 дней я думал про них. Вот на сегодня у нас 830 день, мы бегаем. Ну, я бегаю, Личика пока что дома, потому что в холоде я бегаю сейчас в спортзале, а Личика на улице пока не бегает. Мерим, посмотрим, как они будут сидеть на моей ноге. Конечно, для них у меня уже подготовлены. Вот такие были сразу закрыты. Этот я уже достал. Вот здесь еще стоит. Мы эту штучку открываем. На виде достаем. Так вот расшифровываем. Расшнуровываем. И готово. Главное, что теперь размер подошел. Мои супер любимые носочки беговые. Кстати, в них я бежал полумарафон в Петербурге. О, такие носочки специально для бега. Вот. Хука. Даже не верится, что я в кроссовках Хука стою. Это как Настя купила бы себе кроссовки Шанель, да, там за 35 тысяч. И стояла такая. Что Спец... их не видно. Кроссовки? Нет. А, не видно. Непонятно, я же говорю, все ощущения на беговую дорожку ходить или на полумарафончик какой-нибудь апрельский в Москве. Выходной будет? Не, я завтра никуда не пойду, потому что сниму дома пакинг красивенький. Я ждал мои кроссовочки, чтобы снять красивенький анпакинг. Итак, ребят, мы с вами продолжаем готовить. Сейчас немножко отвлеклись. На кроссовочки я в них стою, да, разминаю. Вот они у меня есть. Смотрите, что мы сейчас сделаем. Мы размораживаем масло, она сказала, добавили масло. Сейчас будем добавлять еще на яичко. Но перед тем, как добавить на яичко, нам нужно взбить блендером яблочко. Пюрешка готова. Настя, хочешь яблочное пюре? О, что это? Салатик! Салатик! Как пимаски мы. Хорошо, я взял на размер больше, потому что вы когда бежите марафон я уже бегал 2 раза на сегодняшний день. Нога расширяется и становится некомфортно бегать. Вот так, раз. Так, мы готовим ПП без сахара, да, Настя? Разрыхлитель у меня вот такой вот. Я посмотрел на видео, там у него такие большие ложки. Ну, я не знаю, для чего нужен разрыхлитель, он, наверное, разрыхляет тесто, а тут что разрыхлить? Давай сыпься. Напишите в комментариях, для чего нужен разрыхлитель. Я повар! Вот так ПП. ПП. Так, масло мы положили, теперь разрыхлили и положили. Самый главный ингредиент, который у нас здесь, это... Что? Это какао. Какао-порошок. По-моему, у меня тоже без сахара, у нас еще получилось все без сахара.
Сейчас будем читать. Состав, блин, он с сахаром. Вот такое из какао. Он с сахаром. Я думал, что у меня какое-то другое какао есть, но у меня только остался какао в десерте. Положим его. Хотел сделать для сахара, но тут в составе, буду честен с вами, написан сахар. Вот состав. Сахар, какао, порошок. Ну ладно, это мой первый опыт. Все равно я ем все, что я приготовлю. У меня друзья приходят, оказывается. Они говорят, опять ты что-то готовишь? Я говорю, да, я готовлю. Ну давай, будем пробовать. И пробуем. Говорят правду. Когда что-то не нравится, что-то нравится. Пришел мой рататуй. Да, рататуй? Рататуйчик. Пробовать пришла Лич. Ой, Лич. Ой, Лич, рататуй вот она идет. Я до сих пор в кроссовочках. Чего ты? Будешь пробовать еще рано. Мы только начинаем готовить. Что, время летит очень быстро. Вот я и успеваю даже дома поготовить. Вот это хороший. Вот это хороший пергамент я взял. Вот такой вот. Силиконизированный. Вот это да, красоте. В общем, вот такой составчик получился. Когда видео жидкие, она сказала, просто заливайте вот так вот, заливайте. Заливайте. Сейчас мы его разровняем. Вот так вот еще. Хоп-хоп. Ой, какая красота. Ну, я прям вообще шеф-повар. 4, 5, 6. Ну, вот так вот, наверное, хватит. Все, шоколад положилось, все, сейчас ждем сейчас. Ну-ка, сделай суслик Лич. Суслик. Ой, молодец. Нет. Ну-ка, еще раз суслик. Ага, сделай суслика еще раз. Вот сидеть. Суслик, суслик. Суслик, суслик. Суслик, молодец, Лич. Сидит и ждет. Молодец, Лич. Ставь. Как было на видеорецепте, говорит, вы следите 10 минут. 10 минут и будет готово. 10 минут прошло. Как думаете, доставать или не доставать? Настя, что думаешь? Не доставать, еще поставить. Ну, он уже шоколад не расставил. Так, он должен подсохнуть, думаешь, там? Ага. Это, вот итог моего кулинарного блога. На вид красиво, как у девушки получилось. Видео ставлю где-нибудь вот здесь. Этот брауни готовится без муки и сахара, но он еще вкуснее, чем классический. Готовится он из яблок. Обязательно нужно снять кожуру и нарезать на кусочки, закидываем все в блендер. Измельчаем, добавляем яйцо, разрыхлитель, кокосовое масло и какао. Превращаем все в однородную кашу и можно выпекать. Печется он быстро, так что проверяйте шпажкой. Ах да, чтобы было еще вкуснее, я добавила шоколад без сахара. Получается просто шоколадная бомбочка. Я советую вам попробовать, даже если вы не на ПП. Как должно было быть, как у меня получилось. Сейчас будем делать шоколадные конфеты. Вот у нас есть такие вот штучки, формочки. Топим шоколад, который остался у нас. Там полируем еще фраза. Топим. Он когда растворяется, заполняем вот эти вот штучки. И получится наши шоколадные конфеты в виде драконов. Таких вот динозавров. Мой родатый уже съели шоколад. И мы заливаем наши формочки. Обычно формочки можно смазывать, это смотрел этим маслом растительным. Но я не смазываю, просто так могу удалять. Смотрите, какая получилась красивая. Константин. А ну ты повтори это слово. Ассистент. Так слушай, консистенция. Она хотела так быстро повторить ее. Что, будем чайной ложкой, наверное, заливать? Какой тебе нравится дракончик, крокодильчик? Мне нравится миленький, динозаврик. Который... Минута, и шоколад вот растекся, все, его можно уже вот заливать. Этот. Какой? Вот эти два. Первый раз, ребят, заливаю, честно, не знаю, как будет, пока что ремонт. Положим сюда. И будем заливать вот так вот. Что получается? Шоколад в виде динозавра? Конфетка. А так нельзя было съесть. Нет.
тебя так есть. Где еще? Фриты развали. Надо потом так постучать. Вот это у нас на фоне, конечно, что-то интересное. Сериал. А ты будешь какие-то посыпать там сверху? Че, мне я могу просто давать? Ну, чтобы вкусно было внутрь что-нибудь положить. Виноград. Виноград, давай хочешь виноград. Не, ну не виноград. Ну я имею есть в виду орешки. Что-то орешки. Давай, а вон свою посыпуху эту насыпь сверху. Не, ему надо вовнутрь. Почему вовнутрь-то? Да? Вот так вот. Ну типа будет хоть конфета какая-то вот так. Ну это еще вот так посыпаем. Стой, мы сейчас выровняем вот здесь. Ты потряси, чтобы там все эти отверстия это упало. Все упадет, все застынет. Что ты делаешь? Что ты говоришь? Так, покидай. Подожди, у меня последний. Ну, знаете, я хотел это сделать, я его сейчас сделал. Теперь у нас раз, два, три, четыре, пять, шесть конфеточек. Но тут две не хватило, восемь. Этот красавчик у нас засыхает. Не знаю, получится, что-то не получится. Посуду, конечно, мыть. Да. Ну, все, замораживаемся, а ты засыхай. Завтра утром будем тебя пробовать. Моя первая коллекция шоколадных конфет. Так вот, динозаврик получился. Вот такая формочка. И вот такая вот. Красота! Лич, угадай, что это? Что я тебе принес? Ой, Лич, что же это такое? Пахнет хорошо. Ну и как? Вкусно? Ой, как вкусно. Субботний выходной начинается с похода в булочную. Все, полный. Сейчас я вам покажу обзорчик, что мы купили на завтра в стычку. У нас уже английский начался. В курсе? Раз. Опа. Два, нормально. Ну совсем другой вид, вообще просто. А вот этот светится? А, типа на щечке, да, только? Наверху везде подведено. Вообще классно. Да какой это хлам, это ваша жизнь, вы что, улыбнитесь? Да ладно, это рабочий ремонт. Будут смотреть все те, у кого тоже были ремонты. Поехали. Вообще бомба. Ой, ярко вообще, я люблю, когда светло. Вообще классненько, классненько. Вообще, картинка. Они сразу заложены. Слушай, а как они сделали вот этот переход туда? Ну, вот так вот. Переход, видите, вот такой вот. Офигеть.